Дорогие друзья, перед вами Иван Соколов, и сегодня, находясь у себя дома, я хочу поздравить вас со светлым Христовым воскресением, с великим праздником Пасхи. И поздравить хочу я вас, прочтя одно стихотворение, которое в оригинале написано на немецком языке. Я хочу прочесть это стихотворение уже по-русски. Его перевел потрясающий профессор Московской консерватории Михаил Александрович Сапонов, музыкант, владеющий многими языками, а также владеющий мастерством поэтического перевода. Вот как звучит это небольшое стихотворение, это часть, вернее, стихотворения о колоколе Ивана Великого по-русски. «Чудо-град Москва! В том граде сотни храмов ввысь стремятся, сотни колокольных звонов в вышине парят повсюду. В них звучит «Христос воскресе!» Тысячи смиренно вторят «Да, воистину воскресе!» Вторят братским поцелуем, и встает пасхальным утром солнце над святой Москвою». Это стихотворение написал, сейчас вы удивитесь, великий немецкий композитор Роберт Шуман. Написал он его в Москве. В 1844 году он приехал со своей женой Кларой Вик в Россию. Оказавшись в Москве на Пасху, Шумана совершенно поразила красота этого города. Выйдя на Красную площадь, он сказал: «Посмотрите, храм Василия Блаженного. Это ведь букет тюльпанов! Какое потрясающее сравнение! Я так жалею, что это стихотворение и это сравнение храма с букетом тюльпанов не знал, например, Софроницкий. Я думаю, он еще больше полюбил бы Шумана, как полюбил его я». Удивительное событие, когда величайший немецкий композитор приходит в русскую культуру, приходит, играет свою музыку, играет, исполнялись многие его сочинения, и он поражен нашей русской святой Москвою, поражен красотой богослужения. Я поздравляю всех с Пасхой. И еще раз говорю: Христос воскресе, дорогие друзья, и да здравствует музыка. Всего вам самого доброго.